На полевом аэродроме идет обычная работа. Взлеты, посадки, разбор полетов, короткий отдых и снова в небо. Экипаж самолета-разведчика только что вернулся с задания. Командир корабля капитан Виталий Утюганов и штурман старший лейтенант Леонид Булдаков нанесли на карту координаты обнаруженных целей и сейчас отдыхают в комнате летного состава. Давно вы летаете? С ним вместе уже летаем, 3-й год. Слетались за это время и понимаем в экипаже друг друга с полуслова. Прежде всего, конечно, взаимодействие должно быть в экипаже между летчиками и штурманом. И когда понимают друг друга с полуслова, то легко работать. Но сейчас получили вот боевую задачу. Выполнить полет на разведку войск, на поле боя. Так, ну вот, а сейчас нам время уже уходить на вылет. Вот, извините, надо идти на вылет нам. Счастливого полета! Спасибо!